Граждане Молдовы, голосующие на парламентских выборах за рубежом, смогут онлайн проверить загруженность ближайшего участка и спланировать визит так, чтобы не стоять долго в очереди. Вся необходимая информация будет доступна на сайте diaspora.check.md. Если желающих проголосовать будет очень много, время работы участка может быть продлено. Согласно избирательному кодексу, председатель избирательного бюро имеет право продлить рабочий день на 2 часа. Мы готовы это сделать, но все зависит от количества людей. Проголосовать за границей можно на основании удостоверения о личности, паспорта, даже если срок его действия истек, или паспорта моряка. На каждый избирательный участок выделено 5000 бюллетеней, но есть исключения. На 4 участка отправлено всего по 300 и 500 бюллетеней, потому что на последних выборах явка там составила менее 100 человек.